ролике я буду соревноваться со своим другом в битве построек. Мы будем делать постройки из игры в кальмара. Но есть один нюанс. Я буду читерить. Я использую самые-самые секретные, запрещенные, тонкие читы, чтобы выиграть. А вообще, они нелегальные. Так что это будет капец как интересно. Посмотрим на реакцию друга, насколько он офигеет от моих построек. А мы начинаем. Кукла, отвернись уже, я пройти не могу, мне алмазы нужны, капец как! Это что происходит? Я что-то не понял. Эй, эй, народ, народ, ты куда? Чё здесь происходит? А что в этом сундуке? Нифига себе, тут алмазов! Вот это поворот! Так я этот сундук-то, пожалуй, заберу. Не понял? Отдал! Быстро! Лёня, меч! Вот так вот, другое дело. И сундук мне, и меч мне. Офигел! Стоять! Назад! Сюда подошел. Быстро, быстро, быстро! Лёня! Давай, 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 давай! Сюда иди ты, зараза! Убирай вот эти свои светяшки! Я думаю, ты меня уже понимаешь. Идешь на свою арену, где написано Л-Ё-Н. Я. О-о-о! Смотри, смотри! Что смотреть, Лёня? Что смотреть? Ты, зараза такая! Стоять, я тебе сказал! Ты посмотри-ка на него. В общем, мы бежим уже на свою арену. Лёня знает, что мы делаем в первой постройке. Зараза! Лёня, меч! Вот так вот, вот так вот. Давай, иди, иди, иди. Давай, 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 давай. Быстро, быстро иди. В общем-то, отключаемся от Дискорда. И, чуваки, мы сейчас сделаем первую постройку. Я что-то не понял. Я что-то не понял, где он взял этот алмазный сундук, зараза такая. В общем, ребята. У меня готова мысль, как можно сделать первую постройку нереально крутой. Интересно. Для начала мы встанем на нашу арену и пропишем интересную команду, которая называется «Ставить постройку». Вы что, мне не верите? Пожалуйста, вот, вот моя... Ой, я, кажется, сломал половину своей арены из-за моей постройки. Давайте мы ее немножко уберем. Но зато теперь я понял, как и куда ее нужно ставить. Мы отбегаем подальше, например, вот сюда. И сейчас пропишем еще раз эту команду. Та-дамс! Короче, Леня ни о чем не знает, но я подготовился заранее. Я придумал такие читы, что это просто нере... Не понял. Леня выиграл. Это что такое там? Сейчас я включусь. Эля, это что такое? Че? Ничего? Лень, не знаю. Сам удивился. Ты что там нажимаешь, зараза такая? Так, все, ладно. Я отключаюсь снова. Знаете что? Мне для начала нужно включить, естественно, геймод 1. Мы возьмем топорик. И сейчас немножечко починим вот эту нашу арену. То есть сделаем вот так. Отлично. Все. У меня уже практически все готово. Вот как выглядит моя арена. Но на самом деле это не все просто так. Если вы подумали, что это... Все, нет, 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 чуваки. На счет три здесь появится кукла. Это правда. Раз, два, три. Пожалуйста, вот моя кукла. Я не знаю. Поверите вы мне или нет, но у меня просто заготовлены нереальные крутые читы. И сейчас мы эту куклу с вами скопируем. То есть, как мы это сделаем? Мы поставим один блок вот здесь. Вот как хорошо, что Леня этого всего не видит. Посмотрите, хорошо, что его здесь вообще нет нигде. Мы сейчас вот так вот спустимся вот сюда. Поставим здесь блок и отметим его. Что-то он ржет, интересно. Что это такое, я не понял. Он же за мной не подглядывает, правильно ведь, ребята? Вроде нет. Ты что, он смеется так? Я не понимаю. Капец, мне это напряженка какая-то, чувствуете? Я ему пишу, чё ржёшь? Ничего, не смотри, пошел отсюда. А, он думает, что я за ним подглядываю. Не-не-не, ребята, я не буду за ним подглядывать. Я не хочу этого делать, мы куклу нашу снесем. И сейчас, с помощью команды мы ее развернем и поставим ее сюда. Вау, просто вау, вы посмотрите.
А что случилось здесь? Ребята, что? Я такого вообще не предусмотрел. Давайте ломаем это все нафиг. Сейчас мне нужно будет немножечко починить куклу. Кстати, кто не смотрел, это кукла из прошлой серии, где мы ее строили с Леней на время. Она вышла на другом канале, правда, но вы можете нажать вот сюда и увидите эту самую серию. Давайте мы сделаем немножко другие глаза. Вот такие. О, капец, она сейчас страшная будет. Ну, немножко, да, мы немножко переделаем тем самым куклу, но сделаем ей вот такие страшные-страшные брови. А еще и сделаем их злые, чуваки. Я знаю, как это можно сделать. Вот так вот, потом вот так, потом вот так. Короче, у меня будет нереально просто злая кукла. Но ничего страшного. Но ничего страшного, чуваки. Пускай Леня пугается того, что я здесь строю. Но я же не зря здесь стараюсь, правда? Я думаю, вы тоже лайк поставите на этот ролик. Не поленитесь и просто нажмете на эту кнопку. Это несложно, просто один лайк. Сейчас смотрите, что мы сделаем. Мы сделаем красные губища вот такие вот. Опа, бурундук. Что он там в чате пишет, бурундук какой-то? Он же точно меня не слышит? Да, я выключился в дискорде, все нормально. Что за фигня? Теперь мы и делаем зрачки, смотрите, вот такие. И вот такие. Просто жесть, это какая-то страхолюдина получилась у меня. Но, ребята, это еще не все. Мы тут сделаем красную линию. Вот так вот. Ну и вторая красная линия должна быть прямо у ног куклы. Да, у нас получилась небольшая компактная игра. Примерно в раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, где-то 9 блоков, неважно. И сейчас я хочу Леню затроллить. Смотрите, мы поставим вот сюда песок. Это будет нереально классно, чуваки. Это будет максимальный троллинг. Я, помимо того, что использовал читы, я еще и Леню капец как сильно затроллю, и сейчас вы увидите, как я это сделаю. Мы вот так вот ограждаем здесь территорию кустиками. Это я делаю специально, чуваки. Вы сами все поймете потом для чего. Дальше мы вот здесь вот все это дело ломаем. Выделяем топориком здесь. Потом вот так вот катаемся в самый низ и выделяем топориком здесь. Поднимаемся наверх и прописываем команду set 0. Опа, видали? Теперь мы берем ведерко лавы, опускаемся в самый низ. Опа-опа-опа-опа-опа. И разливаем здесь много лавы. И сейчас я сделаю вот так. Видали? Все, просто песок у нас на месте. А что, так можно было, что ли? И сейчас-то, ребята, я Лене скажу, что я полностью готов. Давайте включимся. Лень, я готов. Вообще, идеальная постройка у меня вышла. Я нет, жди. А в смысле нет, Леня, сколько ждать-то еще? Господи, ну вы пока успеете лайк поставить на этот ролик, ребята. Вот правда вам говорю. Минут 5, 10, 15, 5. 4, 5. 10:05 утра. Сколько можно ждать? Да я все, ау. Чел, ты токсик. Да блин, Лень, все, да я уже готов полностью же. Я уже даже одет в кальмарную эту одежду. Давай показывай, что там у тебя приготовлено. Лень, ты выиграл. Нифига себе. Что ты хрюкаешь, Лень? Ты... Подожди, это что, свинья-надзиратель? Да. Чего? Лень, это очень странная постройка, но она капец какая крутая. Самое интересное в попе. Оу май. Стоп, Лень, ты... Ты сейчас серьезно вообще? Ну-ка, давай-ка посмотрим. Не, мне, конечно, не хочется смотреть, ну ладно, давай уж. Ты что сделал открывающуюся попу у свинки надзирателя? А ты еще и здесь съемочное место сделал? Ку, пацаны! Леня, ты просто гений. Я не знаю, как ты это придумал, но это очень круто выглядит. Реально, смотрите, съемочное место. Здесь можно сидеть за компьютерным столом, записывать ролики, например. Вот камера стоит, вот ноутбук. Капец, я ставлю этой постройке 10 из 10 баллов. Потому что она, первая, связана с игрой в кальмара. Второе, связана с Майнкрафтом. Третье, она дополнена с помощью комнаты. Ребята, вы можете написать в комментариях, во сколько баллов оцениваете эту постройку. Я твою не буду смотреть, я же и так выиграл. Не-не-не, Лень, тебе стоит посмотреть на мою постройку, она реально классная. Давайте-ка мы добежим быстренько до нее. И, Леня, заходи, вот она. Как тебе? Чё? Что, Лень, что тебя удивляет? По-моему, ну такая, немного похуже, чем твоя постройка. Круто! Ты реально думаешь, что это крутая постройка? Лень, спасибо, конечно, я старался. Строил там, ну как бы. Лень, подожди, это что? Дурак шоколадный. Лень, подожди меня секунду. Ребят, я отключился от дискорда не просто так. Я хочу сказать, что напишите в комментах, что Леня выиграл. Я-то потому что читы использовал. Не надо писать, что я выиграл. Нет, это не так. Леня выиграл. Напишите, он-то сам своими руками строил. Офигеть, офигеть. Видите, как он в шоке с моей постройки. Давайте включаемся. Слушай, Лень, иди-ка сюда. Попробуй пройти эту игру в кальмара. А где вход? А тут нет входа. Изи, подожди, Лень, это еще не все. Вот здесь вот, скажу тебе по секрету, вот в этих кустиках, короче, можно спрятаться, и кукла в тебя
мне стрельнет лазером. Геймот выключать? Конечно, выключай, Лень. Давай, давай. Аккуратненько только проходи. Геймот один. Ой, 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 сейчас. Эй, Лень, выключай. Геймот 0 нужно прописывать, а не один. Все, выключил, дай проверю. Вот, все нормально. Теперь проходи, если хочешь спрятаться, то в кустике. Давай, 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 аккуратно. Все, я в кустиках. Лень, да нет, надо в центр стать в кустиках. Ты чего? Леонид Андреевич сгорел заживо. А как так вышло-то? Как так получилось? Не, Лень, я считаю, что ты выиграл в этом раунде. Это 100% подписчики напишут в комментах. Да, не надо в меня стрелять. Да, подожди, не надо. Иди. Леня, Лень, быстро за свою постройку. Быстро, я сказал. Ты зараза такая шоколадная. Я отключаюсь, и чуваки, Леня знает, какую мы постройку должны построить во втором раунде. Сейчас и вы узнаете. Но для начала... Оп! Я думаю, так будет лучше. Там немножко, правда, ловушка осталась, но это ничего страшного. Для начала я пропишу команду вставить постройку. Па-бамс! Вот что у нас есть для самого начала. Вы посмотрите, насколько это четкий надзиратель. У него прям круг такой, очень-очень ровный. У него тонкие руки, и если что, они тоньше, чем один блок. Как я это сделал, не надо спрашивать. Я просто немножечко решил считерить. Дальше мы возьмем, в общем-то, забор. Смотрите, как много заборов здесь есть. Мы можем взять любой интересный забор, например, вот этот синий, смешать с вот этим красным. Короче, это будет нереально просто прикольно. Посмотрите-ка, если вот так вот его чередовать, правда, это будет очень долго и сложно. И вообще получается какой-то забор Человека-паука. Но, тем не менее, это будет не зря, чуваки. Дальше мы возьмем горку. Ну, как бы, я вам объясню, для чего она нужна. Мы ее поставим вот здесь. Потом мы отлетим вот в эту сторону. И построим здесь небольшой цилиндр. Ребята, это будет нереально просто круто. Смотрите, оп, шарик уже есть. Я думаю, вы понимаете примерно, что это за игровая комната у меня получается. Нет. Нужно только доделать вот этот забор. Вот так вот. То есть нам нужно полностью-полностью оградить нашу постройку, нашего надзирателя. Потому что именно внутри этой игры будут происходить самые-самые нужные действия. Здесь я зря сломал забор. Подождите, дайте-ка я его доделаю обратно. Я специально делаю его разного цвета, потому что у меня есть в голове кое-какая задумка. И, чуваки, вы просто обалдеете от того, насколько она шикардосная. Мы возьмем вот этот синий бетон. И дальше мы построим здесь вот такие... Такие плиты. Я думаю, вы уже узнаете, что я строю. Я думаю, вы все уже все догадались, что это может быть за постройка, что это вообще значит и где это было именно в самой игре кальмара. Я думаю, шарик нам нужно передвинуть немножко, доделать здесь вот эту вот штуку. Смотрите, как похоже получается, но это еще далеко не все. Нам нужно добавить вот так вот сверху слой, поставить шарик вот сюда. Теперь настроить вот эту кисточку и смотрите, что я хочу сделать. Раз, два. 3, просто офигеть, как вам? Тут мы построим вот такой вот ровненький квадратик. Блин, офигеть, как похоже получается. Я надеюсь, что вы уже поставили лайк за мои постройки, потому что ничего себе, просто вообще один в один получается, видали? Как это просто гениально. Потом мы сделаем вот так. Не так. Потом мы делаем вот такой вот штришок, и у нас получается кружок. Ну, правда, он немножко толстенький получился, но это не важно. И дальше нам нужно сделать еще и крестик. Ну, вы же понимаете, должен быть полный набор. Просто вау. Немного неровно, но дайте мне немножко подшаманить. Вот запомнили, как это все выглядит? Сейчас глаза закройте. Ахалай-махалай, постройку улучшай. Опа. Ну, вот так-то уже лучше. Вы посмотрите, насколько это получилось просто реалистично. Я все, а ты? Давайте ответим ему прямо в чате, что я еще не все. Потому что, ребята, вы что, думали, я на этом остановлюсь? Нет, это не так. Мы сейчас возьмем пурпурный бетон. Угу. Это нам нужно. Вы сейчас удивитесь, что я еще подготовил. Мы сейчас сделаем вот такую штуку. Сделаем вот... таким вот макаром. Я думаю, вы уже подумали, что я амунгаси расстрою, но это не так, чуваки. Выделяем здесь территорию, и вот что получается. Но это еще не все. У меня же есть волшебная палочка, которую я сейчас возьму и... Закройте глаза. Ахалай-махалай, надзиратель, оживай! Ничего себе! Блин!
Это слишком круто! Чтобы проиграть, я должен выиграть в этой битве. Владус, ну чё там? Все, ладно, давайте включаемся в Дискорде. Лень, я готов, я уже все, как бы, все отстроил, все построил. Давайте посмотрим, что там у Лени для начала. Давай мою, давай мою. Ладно, давай, Леня, твою постройку. И что? Где постройка, Леня? Лень. Ты чё? Чё это такое? Зачем ты скинул мне этот молоток? Я сделал для тебя игру. Ты должен вырезать треугольник. Подожди-ка, Лень, ты чё, серьезно? А где я должен его вырезать? Ничего себе! Ты чё, совсем что ли? Одно но. Какое но? Что ты хочешь, чтобы оно вращалось, а я вырезал, Лёнь? Подожди, не-не-не-не-не, это так не работает, стой. Ты чё, сдурел? Сдаешься? Да не сдаюсь, я просто не знаю, как это сделать. Нифига себе, ты чё намутил здесь? Лёнь, ладно, ты, походу, все таки тоже здесь выиграл. Давайте, давайте поддержим Лёню, пишите коммент. Чё? А, не-не-не, ничего. Поддержим, чё, за что? Кого? А, не-не-не, Лёнь, ничего, я так по телефону разговаривал только что. Блин, ничего себе, это слишком круто. Лёнь, я ставлю тебе просто 10 из 10 баллов. Ну да, вырезать только у меня, наверное, здесь ничего не получится. Абсолютно вообще ничего не работает, Лёнь. Сы-пы-сы. Пойдём, Лёнь, посмотрим мою постройку тогда. Раз твою не получается выиграть, вырезать. Да не, я же и так выиграл. Лёнь, ну мою постройку стоит посмотреть хотя бы одним глазком. Вот она. Как тебе? Что это такое, Лёнь? Лёнь, ты... Мошенник! В смысле? Ты как сделал? Да я как старался, строил, в общем. Можешь пройти посмотреть, что это за блоки? Лёнь, я тебе не могу сказать, что это за блоки, иначе весь секрет одуванчика пропадет. Чего? Давай-ка, заходи на мою постройку. Вот здесь, тут у меня есть два надзирателя. Один живой, другой не живой. У одного даже это, ну, в общем, короче, живой. А почему я скопировать не могу? Лёня, не вздумай копировать. Быстро ушел отсюда. Давай, шуруй. Ребята, если вам понравился этот ролик, то вы прямо сейчас можете поставить лайк, не полениться и подписаться на канал. Кнопка подписки находится вот здесь. Нажмите на нее прямо сейчас. Посмотрите другие видяхи. Здорово, Арбузкин. А мы увидимся в следующем ролике. Пока.